Ах ты маленький Иуда, саны, а! Мамочка и папочка не придут. Сдайся и прими свою судьбу. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, мы продолжаем играть в Клея. Уходи, у меня есть сет. О, ты так в этом уверена? О чем это ты? Кажется, тебя не помешает слегка подтолкнуть к решению. Не трогай меня, мразь. Отвали. Серьезно, ты уже достал. В общем, мы продолжаем играть. Я напоминаю, что в конце прошлой серии я вот тут вот проиграл. Я не знаю, сколько еще продержусь. Эд? Эд, где ты? О нет, надеюсь, он не заблудился. Прошу, не бросай меня. В общем, теперь мне нужно как-то не проиграть. Реально, я уже устал перепроходить тот момент. В прошлом уровне, да? Давайте еще раз прочитаем. Я подслушала, как господин с госпожой говорят о деве войны, как они могли. Все знают, что имя нельзя произносить. Завтра им все выскажу, проигнорируют предупреждение, донесу них королю. Сохраняться я не могу. У меня нет свечи маны. Вот я так хочу сейчас сохраниться. А не могу. Знаете, это не могу я сейчас сохраниться. Ну, значит, будем искать свечу маны. Где я ее нашел в прошлый раз? Я ее нашел где-то не сразу, скажем так. Поди, крест, что ли? Куда? Куда мне надо? Ну, попробуй вот туда, где крест. Так, восклицательный знак. Ну-ка. Восклицательный знак. Дальше что? О, а дальше пошли вот эти двери, да? Но у меня сейчас нет к ним ключа. Красный ключ, фиолетовый ключ, голубой ключ, соответственно. Так, ну, может быть. Может быть. И черт с ним. Может, я... Ой, блин, все, вот это значит, что за мной сейчас придут, походу, да? Так, подождите. Подождите, кто-нибудь объясните мне, где-то хоть спрятаться-то можно? Сейчас же придет эта дура злобная. Ой, здесь я уже был. Непонятно. Так, что делать? Я ее не слышу. Я пытаюсь прислушиваться, но я ее не слышу абсолютно. Я, в принципе, не слышу никакой опасности. Так, я на всякий случай на клавиши К палец держу. Возможно, мне придется... Ну-ка, восклицательный знак. А, паук, гляньте. Раньше паука не было, но... Те же двери, но без паука. Как-то странно. И сейчас откуда-то вот эта прошмандень маленькая за мной будет бегать же. Я помню, она в прошлой серии меня достала. Мне кажется, я кругами хожу. Мне кажется, я хожу кругами. Просто... Что называется абсолютно вот... Круги эти наматываются мною беспощадно и бесповоротно. И я не знаю, как мне выйти за их предел. Ну, кружок какой-то. Что это такое? Откуда? О! Так, хорошо. Мы заимели фиолетовый ключ. Это уже неплохо. Так, теперь пирамидка какая-то. Надо запоминать все эти символы, все эти знаки. Без этого сложно будет. Квадратик. О! Книга. Фу, блин, зашибись, это я в начало вышел. Я в самое начало вышел. Хорошо. Давайте я тогда запомню дверь. Квадрат. Потом пирамидка. Но мне не сюда. Мне кажется, свеча маны находится в другом месте. Она находится за одной из дверей. Цветных, разноцветных вот этих дверей. И, скорее всего, когда я эту разноцветную дверь открою, начнется веселье. Мне так кажется. Если я открываю фиолетовую дверь, начинается веселье. Начинает за мной бегать эта сволочь. Ну, давайте я попробую. Так, вот фиолетовая дверь открыл. Так, хорошо. Блин, она прямо здесь где-то, понятно? Прямо здесь где-то я, сволочь. Так. О, 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 шикарно. Ну-ка давай, теперь назад. Так, вроде там никого, да? Ну-ка. Сейчас, тихо. Обратно в фиолетовую дверь сейчас пройду. Так, теперь сваливаю. Все. Все, страшных звуков барабанов африканского племени Тумба-Юмба нету. Это значит, что враг не рядом. Враг вдалеке, скажем так. Так, подождите. Вот тут надо сообразить. По-моему, пирамидка должна быть. Должна быть пирамидка. Должен быть значок пирамидки, а потом должен быть значок квадрата такого. И тогда я смогу сохраниться наконец. Да, во-во-во-во-во, вот это правильно. Вот это, блин, правильно. И теперь отсюда мы выходим. Наверное. Или не отсюда. Кружок. Ну хорошо, давай в кружок, похеру. Во! А, нет. Да, блин, дайте сохраниться. Дайте мне, пожалуйста, сохраниться уже. Не издевайтесь так надо мной. Это уже выше моих сил все, если честно. Так, это я где? Понятно. Подождите. Подождите секунду. Я заблудился. Я реально, я потерялся. Это жопа какая-то. Эта игра, это просто жопа какая-то. Вот. Я чувствую, что вот здесь мы будем страдать.
на этом уровне мы будем, ребята, страдать. Это ладно, я сейчас сохранюсь еще, если повезет, конечно. Допустим. Допустим, я сохранюсь. А дальше-то что? Блин! Да ну нахрен! Я здесь был уже. А-а-а! Как сложно! Так, сейчас попробуем. Сейчас попытаемся сообразить. По-видимому, здесь есть разные двери. То есть, несмотря на то, что значки повторяются, это разные двери. Есть одна дверь с восклицательным знаком. Есть еще одна дверь с восклицательным знаком. По-моему, так. По-моему, блин, так. Ну, по крайней мере, пока на меня никто не нападает. То есть, я взял себе спокойно эту свечу сохранения. Я спокойненько себе хожу, гуляю здесь. Меня тут никто особо не трогает. Особо никто не пытается, знаете, что называется. Вот! Боже мой! Неужели это оно? Это оно, скажите, что это оно. Да! Наконец-то! Все, давайте. Сохраняемся. Так. Ой, боже мой, поверить не могу. Все, я наконец-то могу спокойно продолжать игру. Все, давайте, теперь не боимся ничего. Чего нам, собственно, бояться? Бояться уже нам и нечего, да? Так, мне нужно куда идти? Мне нужно идти, наверное, в фиолетовую дверь. Правильно? Я должен идти в фиолетовую дверь и как можно тщательнее там все исследовать. Не просто пройти и выйти, а прям углубиться хорошенько. Вот, собственно, дверь красная, но я сюда не пройду, да? А вот фиолетовая. Ну, давайте, хорошо. Сейчас застучит, наверное. Да, вот видите, где-то здесь вот находится опасность. Давайте в эту пройдем. Здесь я не был, правильно? Правильно иду, неправильно? Так. Кругляшок. Хорошо. Дверь с кругляшком, допустим. Ой, она рядом. Так. Ну, она вроде бы рядом, но она была там, да? О, вопросительный знак. Вот это интересно. Дверь, которая помечена вопросительным знаком, это всегда интересно. Красный ключ. Так, отлично, красный ключ. О, тихо, она здесь. Так, хорошо, давай. Давай-ка вот так. А, теперь что, теперь куда? Блин, не знаю, ребят. А вот теперь надо было, наверное, в звездочку, да? Сейчас, смотрите, сейчас мы вот так вот попробуем. Вот сюда и в звездочку. И в звездочку проходим. Да, да, верно. Очень внимательно надо на эти двери все идиотские смотреть. Без этого никак. Теперь кругляшок, правильно? Или неправильно? И в красную дверь надо будет нам потом пройти. Ну-ка, давай, сюда. По-моему, я на верном пути. Да! Точно. Все хорошо. Или не очень. Где красная дверь, блин? Почему тут только фиолетовая, я не понимаю. Блин, она за мной все ходит, ребят. Причем, вы знаете, здесь реально нет, никуда прятаться нельзя, поэтому ты только и можешь, что как угорелый, от нее убегать. И все, другого варианта нет. Вопросительный знак, так, еще раз. Блин, она здесь прямо, да? Или здесь? А, вот здесь она. Все, я понял. Давай, давай, заходи. Заходи, гостем будешь, дорогая. Так. Ну, слушайте, я бы не сказал, что она опасная. Я, на самом деле, тогда, конечно, пересрал в прошлой серии, когда она меня убила, и я по новой там откатился, и кучу всего перепроходил. И от этого, знаете, у страха глаза велики, и я как-то... Что? Куда она? Где она? Куда она пошла? А, она вот там вот вошла. А я вот здесь. Вот так вот и будем мы друг другу голову морочить всю дорогу, да? Давай фиолетовую дверь, значит, проходим. Вот, точно. А, и теперь красную, да? Вот так это работает. Давай, красную. Хорошо. Так, идем сюда, квадратик. После красной двери квадратик. Дальше после квадратика что, вопросительный знак предлагают, да? Ну, да, ну давай вопросительный знак, например. Почему бы и не вопросительный, почему бы и не знак? Пошла фиолетовая дверь. Но смотрите, это фиолетовая дверь, которая находится за красной дверью. Интересно. Может быть, ей надо было в фиолетовую проходить, кстати, я не знаю. Тут непонятно. Тут на самом деле... А, нет, сюда не пустят. Сюда, ребята, не пустят. Просто бегаешь, как угорелый. Просто бегаешь, как лань угорелая, поцарапанная, покорябанная. Туда-сюда, туда-сюда. И так вот пытаешься выжить. В принципе, все понятно. Непонятно только одно, сколько ж мне это терпеть. Ну ладно, давайте вот эту вот дверь еще предлагают зайти, да? А я был здесь, а я здесь не был. О, пожалуйста, еще один фиолетовый ключ. Ага, это фиолетовый ключ от фиолетовой двери, которая находится за красной дверью. Во, вот такая вот хрень, ребята. Представляете себе, какая жесть? Тихо, не-не-не-не, не позволим. Не позволим, так, давай. Сюда нет? О, так, тихо. Не, стоп, это, наверное, не то. Мне кажется, это не то. Я получил ключ от фиолетовой двери номер 2. Мне надо найти сейчас эту фиолетовую дверь номер 2, верно? Хрен его знает. Ребята, это не так просто. Вот это, да? Опа! Вот, кажись, оно. Вот это, кажись, оно. Так, и теперь можно дальше продолжать бороздить просто. О, вот это хорошая шняга, давай-ка. Используй, пожалуйста. Все,
Да что ты... Да, говорю. Ты что, тупая, что ли? Ты использовала зелье-то или нет? Выбить... А, я не то нажал. Так, все, теперь... Хорошо. Продолжаем бегать. Продолжаем, ребята, бегать, носиться, как угорелые. Это важно. Это важно, без этого никак. Без этого тут не выживешь. Нужно быть очень быстрой девочкой. Голубой ключ. Все, прекрасно. Получили голубой ключ. Перчик. Или серп. Луна. Не знаю, что это. Так, а вот теперь, наверное, надо пытаться... Надо пытаться опять находить цветную дверь. Вот, смотрите, фиолетовая дверь. Да? Теперь сюда. Вроде. И теперь нужно найти вот эту красную дверь, из которой мы изначально пришли. Мы изначально пришли... Блин, где она, я не понимаю. Где-то шумит, шумит. Где она шумит? О! Стой. Оно, не оно, я не знаю. Что-то непонятно нихера. Не, я вообще потерялся. Это что за жесть такая? Что за левел? Это что нахрен за левел? Это ж охренеть не встать. Подождите. Подождите. Куда она сейчас? Сейчас откуда-то выйдет сюда, понимаете? Сейчас паскуда это выйдет сюда. А я ж не хочу, чтобы она выходила сюда откуда-то. Все бегает за мной, бегает. И носится за мной, носится, понимаете? Все никак не оставит меня в покое, все никак не расслабится. Все не надоело ей носиться туда-сюда. Почему? Непонятно. Давай вот так. Давай так пробовать. Ну, по крайней мере, знаете, быстрее все происходит. То есть, если раньше очень долго надо было на полусогнутых раком ходить, то вот тут. Тут, по крайней мере, все живенько, бодренько. Но и стрёмненько. Но и стрёмненько, ребят. Кто-нибудь подскажите мне, как мне выбраться назад? Я не... Это же... Не та дверь, что мне нужна. Мне нужно красную искать. Где мне найти эту долбанную красную дверь? Вот! Нет. Зря я обрадовался, по-моему. Тихо, тихо, не трожь меня, скотина. Ты, блин, какая сволочь меня. Слушай, надо, блин, сейчас быстрее. Я сейчас вот я реально рискую конкретно. Конкретно я сейчас рискую. Так, вопросительный знак, может, надо было... Да неужели? Выбрался! Да вообще хрен пойми, как нашел эту дверь. Ну ладно, пофигу. Так, здесь у нас что? Здесь у нас вот такая дверка, вот такая дверка, вот такая дверка. Ой, боже, сколько все. Ой, боже, сколько все. Ну давай в последнюю войдем в сам. Похер вообще. Вообще насрать, все равно непонятно ничего, куда идти, что, как делать. Ой. Это я вернулся, да? Это я опасно вернулся, между прочим. Так. Сбегите, уложившись 4 минуты, сбегите, уложившись... Да вы что, гоните, что ли? Еще похож на Суперсоника, что как я должен это нахрен сделать? Так, ну, по крайней мере, я не использовал эту магическую свечу. Декорации лабиринта далее. Так, слушайте, нихера себе. Ну, мы нормально, в принципе, прошли. Так, теперь... Я же сказала, оставь меня в покое! Так, Enter, да? Если не хочешь слушать меня, послушай хотя бы своего брата. Брат Экзе! Брателик, это туда же. Эд, что ты сделал с ним? Прими хаос, Кле. Так, твой брат хочет. Да перехочет, мелкий говнюк! Нет, я не поддамся на твой ловкий. Продолжай, если посмеешь. Посмотрим, как ты скроешься от невидимого. Постой! От невидимого? Эд. Клео. Мама? О, как же я скучала. Клея, ты что, дура? А ты не видишь, что у твоей мамки зубы подозрительно обострились? Глаза подозрительно обэкзешились. Я даже не знаю, как это. Черно накрасились. Мам, тебя не смущает, да? Мам, ты неважно выглядишь. Дай посмотрю, нет ли у меня зелий. Для меня все кончено, родная. Выбирайся отсюда, Клея. Убегай, пока я не потеряла контроль. Нет, мам. Беги! Прости меня, солнышко. Похоже, я не смогу сдержать обещание. Брат Экзе и мама Экзе, ребята. Пошло-поехало. Ну, я был бы не я, если бы я не применил слово Экзе в этом случае. Ну, вы сами понимаете. А можно поговорить с тобой? Да, я не сохраняться, я поговорить с ней хотел. Здравствуй. Я, как ты знаешь, в этом особняке 5 спален горничных. Угадай, что я только что узнала. Похоже, в спальне номер 2 тайная дверь. Ух ты. Обязательно завтра туда загляну. Хи-хи. В спальне номер 2 тайная дверь. Мы запомнили. Вот спальня номер 2. Пустите посмотреть, где тут тайная дверь. Ой.
Ох, кажется, мисс Хихи знает про тайную комнату, да еще и умудрилась перепутать номер. Тайная дверь в пятой комнате, а не во второй. Ну ладно, поправлю ее завтра. Мне до нее никакого дела, просто я не хочу, чтобы эта женщина отлынивала от работы. Так, а нахрена? А че я понажимал? Вот это 1, 2, вот это. Это я призвал монстра, сейчас монстр пробежит. Я заметил, это чмо пробежит, наверное, в капюшоне, блин. Так, ну че? Ждем-с. Ждем-с. А, или не, наверное... Ну-ка, по звуку подойди. Чмо в капюшоне. Не, же какие-то другие звуки издают. Что-то вообще какие-то другие стрёмные звуки. Ах ты маленький Иуда ссаный, а! Ах ты ж говно! Вот это так вот, вот так вот получается, да? Это из-за того, что мы с тобой в детстве ссорились, и я не всегда давала тебе играть своими игрушками, такая месть? Ах ты маленький брат Экзе. Ладно, я... Честно, я больше не буду называть его Экзе. Просто ах ты маленький вонючий брат. Вот так. Вонючий брат, тоже неплохо. Слушайте, это что за дверь? Ну-ка. Сюда можно? Как вам виситься? Вы это... Сильно-то там, собственно, не болтайтесь, а то еще веревка порвется. Служители хаоса вырвались на свободу. Я видела, что они делают со своими жертвами. И выбрала смерть на своих условиях. Мисс Хихи, прости, если это просто сейчас так задело. Я хотела, чтобы ты чувствовал себя особенной. Прошу, выживи как-нибудь, люблю тебя. А, вот твоя мисс Хихи выжила, судя по всему. Очень неплохо так выжила. Из ума, блин, я бы сказал. Давайте возьмем зелье, и, наверное, мы его, собственно, и выпьем, да? И используем, все прекрасно. Так. Брательник, он где вообще? Он где-то рядом, да? Ну-ка, давайте посмотрим. Я вроде его не вижу. Тут можно толкан смыть, чтобы он пришел. Ну, он же нам не нужен, верно? Так, какие у нас еще есть? Вот еще дверь какая-то, номер один. Пожалуйста. О, он здесь, да? Так, он прямо вот сюда нельзя. Что-то вроде был здесь, потом пропал. Вот тут он, наверное, да? Ох, он стрёмные звуки издает, а? Он какие-то пипец стрёмные звуки издает, в отличие от... От предыдущих вариаций монстров. Давайте. Я не понял, это он что, прям вот... Мы с ним прям в одну дверь, что ли, вошли, или что? Вы видели сейчас? Там промелькнуло что-то. Я вошел в дверь, и он прямо промелькнул в этой же двери. Вместе со мной. Серьезно? Это мне так фартануло? Так, ну-ка, давайте мы, может быть, в W пройдем. Ой, сюда и не пускают. Так, а если сюда не пускают, то мне надо срочно прятаться, да? Блин, мне надо еще сохраниться, я же свечу взял. Правильно? Надо бы сохраниться, ребята. Я не готов бегать опять от той девки. Вот куда он пойдет? Куда я знаю? Он так быстро ходит. И кряхтит, пердит. И он, понимаете, он как будто бы повсюду. Вот раньше от монстра ты как-то от него разминулся, и ты углубляешься там дальше в какие-то новые двери, новый коридор, и ты его не слышишь. А я этот пидорас, и я слышу его везде прям. Вот где он идет? Прям здесь идет, наверное, прятаться надо. Стоп, он вошел в дверь. Хорошо, он вошел в какую-то дверь. Так, уже норма. Это уже, в принципе, норма. Так, хрипит. Хрипит, паскуда. Это ничего, вот я сейчас вот в эту дверь выйду. Вот в эту вот, да? Оп! Здесь его уже нет, видите? Можно спокойненько идти и сохраняться, правильно? Давайте так. Он ключ наверху. Ключ W. А как его... Я что, это что, принц Перси? Это что, Assassin's Creed? Я как туда... Каким паркуром нахрен я туда залезу? Я что-то понял. Понять не могу. Так, давайте мы, наверное, сохранимся. Используем магическую свечу. Все, прекрасно. Слава тебе, Господи. А теперь, где пятая спальня? Она где-то здесь? В пятой же спальне, она сказала, да? Давайте попробуем в пятую спальню зайти. И в пятой спальне, в общем-то... По-быстренькому посмотреть, что там за тайная... А, она не здесь, это где-то вдалеке. Ладно, хорошо. Тогда давайте на этом мы пока закончим. Я сохранился, я в безопасности. Продолжим бегать от брательника этого паскудного в следующей серии. Если понравилось это видео, лайкайте, комментируйте, подписывайтесь. Жмите колокольчик, поделитесь, рассказывайте друзьям. Вступайте в группу ВК, ссылка внизу в описании. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.